И сестры, благодарность Господу, что мы можем быть опять вместе. Воскресный день, слава Богу, что Господь побудил наши сердца, мы оставили все заботы, суету и пришли в Дом Божий. Давайте мы помолимся, попросим благословения на это служение, и чтобы Господь приготовил наши сердца к слушанию Слова, и чтобы мы могли в это служение поклониться и прославить имя Его. Отец Небесный, благодарим Тебя за это служение, за эту возможность быть в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты продлил нашу жизнь и еще один день даровал нам в нашей жизни. Мы очень благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты отдал Своего Сына, который оставил славу неба и пришел сюда, на эту землю, умер на кресте Голгофском за наши грехи. Мы очень благодарим Тебя за то, что мы имеем в Тебе прощение, и мы благодарим Тебя за эту великую возможность приходить к Тебе, знать имя Твое, иметь Слово Твое и слышать голос Твой. Мы очень благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты хранил нас всех в эту трудовую неделю, и в это воскресное утро мы хотим попросить Тебя, чтобы Ты проверил наши сердца. Господи, где неугодны пред Тобою, что-то есть в наших сердцах неугодное, мы просим Тебя, чтобы Ты проверил, очистил и простил нас. Господи, благослови и приготовь наши сердца к тому, чтобы в это время, в это утро мы могли поклониться Тебе, услышать Слово Твое. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил братские уста братьев, кто будет говорить Слово. Исполни их Духом Твоим Святым. Мы просим Тебя, чтобы Слово, которое будет сегодня говориться, чтобы оно касалось наших сердец и чтобы мы могли принимать его. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил тех, кого нет сегодня с нами, кто находится в болезнях, в переживаниях, в трудных условиях жизни. Господи, кто не смог сегодня быть на служении, посети таковые души. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил служение хора, все участия, которые будут сегодня, наше материальное служение перед Тобою. Благослови. Мы хотим, чтобы все, что будет в этом служении, было во славу имени Твоего Святого. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты приготовил наши сердца и чтобы Ты благословил к тому, чтобы не только мы могли слышать, но принимать это в сердце Слово Твое и исполнять его в жизни. Благослови нас, Господи, присутствуй Духом Твоим Святым среди нас. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.
Я рад сегодня приветствовать возлюбленные братья и сестры, любовь Господа нашего Иисуса Христа, каждого, кто сегодня находится на этом месте. Особая благодать и особая привилегия каждому из нас сегодня, что мы находимся на этом месте. Мы пришли сюда, в Дом Божий, для того, чтобы иметь общение друг с другом, иметь общение с нашим Господом. Я думаю, что многие сегодня хотели бы иметь такое общение, но у кого-то нет возможности, кто-то болен, у кого-то нет возможности, кто-то находится в таких обстоятельствах, где он просто не может пойти в Дом Божий. И сегодня наши сердца должны быть преисполнены глубокой благодарности, что мы народ избранный, и что сегодня мы можем иметь это общение, что сегодня мы вместе собрались для того, чтобы прославить имя Господа Иисуса Христа. Желание моего сердца прочитать два места Священного Писания. Первое место записано Псалом 120-й. Я думаю, что очень многим известно это место Писания. Читаем 120-й Псалом, «Песнь восхождения». «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла». Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Друзья мои, мы живем сегодня с вами в таком мире, где вот эти слова, они становятся особо дороги, они становятся особо ценны для нас. Когда мы смотрим то, что происходит вокруг нас сегодня, все эти кризисы, все то, что мы видим, и хотим мы этого или нет, сегодня это касается много каждого из нас, друзья. То, что происходит в этой стране, то, что происходит в мире, оно каким-то образом все равно отражается и на нас. И вот это место Священного Писания, которое мы с вами прочитали, «Возвожу очи мои горам». И там идет целый перечень, что Господь сегодня хочет сделать для каждого из нас, для Дитя Божьего. Я знаю, что когда мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами находим много различных гор. Помните гора, когда Иисус Христос вышел для служения? После Его крещения дьявол Его берет и поднимает на весьма высокую гору. И Он Ему показывает все царства мира. И говорит: падши, поклонишься, все будет твое. Но Христос сказал: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мы с вами знаем и другие горы. Мы с вами знаем, когда, помните, когда Христос пришел в синагогу и говорил, когда Он прочитал место Священного Писания и стал говорить, что это пророчество исполнилось, люди исполнились зла. Они хотели Его, вывели Его на гору и хотели сбросить со скалы. Мы с вами находим еще много мест, которые связаны именно с горами. И что интересно, друзья мои, когда Иисус Христос после тяжелого дня, после того, как Он усиленно трудился в дне, Он много делал для людей, и вечером Он поднимается на гору для того, чтобы пообщаться с Господом, для того, чтобы пообщаться с Отцом, для того, чтобы получить силу. Сегодня мы пришли с вами в это место священного, в этот молитвенный дом, для того, чтобы тоже что-то получить. И я еще на одну гору хотел сегодня с вами обратить внимание. Мы читаем Луки, 9 глава, с 27 стиха и ниже. «Говорю же вам, истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И тогда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи». Не знаю, что говорил.
Вот с этого места Священного Писания я хотел бы, чтобы мы взяли несколько уроков. Как мы с вами уже говорили о том, чтобы помощь каждому из нас, она приходит только сверху. Добрые даяния приходят только от Господа, они приходят только сверху. И поэтому наше необходимо, чтобы мы взгляды свои обращали вверх, Господу. И вот когда мы с вами здесь прочитали в самом начале, после сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. Интересно, что я не думаю, что он им сказал, что их ждет там на этой горе. Он сказал, нам нужно пойти помолиться. И вот интересный момент. Вы обратили внимание, что когда они поднялись на эту гору, и когда Иисус молился, ученики что делали? Они спали. Я думаю, мы с вами помним еще один момент, когда ученики Иисус Христос тоже взял их с собой для того, чтобы помолиться. Они там тоже спали. Чтобы взойти на гору вместе с Иисусом Христом, чтобы получить эту помощь, нам нужно некоторые моменты, чтобы подняться на эту гору, нам нужно с вами видеть необходимость. Необходимость в том, что нам действительно нужно туда подняться. Знаете, русская пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я думаю, что часто это случается и у нас с вами в жизни, что пока вроде все нормально, мы не видим необходимости идти туда в присутствие Божие. Но когда что-то нас коснется, когда нам трудно, когда нам тяжело, когда нас постигают определенные переживания, о, тогда мы знаем, что нам нужно идти, что нам нужно идти, и мы знаем точно, куда нам надо идти. Тогда мы идем. Но чувствуем ли мы вот эту необходимость каждый день? Не только тогда, когда нам плохо. Сегодня мы пришли сюда. Для чего? Для того, чтобы помолиться. Мы пришли на эту гору. Для того, чтобы иметь общение с Иисусом Христом. Второе. Для того, чтобы пойти на гору, нам нужны какие-то определенные действия. Помните этого сына, блудного сына, который ушел от отца, вел свою жизнь, но пришел момент, когда ему стало очень тяжело. И тогда мы с вами читаем, пришед в себя, он сказал, встану и пойду. Я не думаю, что если бы он пришел в себя и понял, что действительно в доме отца моего очень много есть, а я здесь нуждаюсь, если бы он не встал и не пошел, он бы, наверное, там и умер возле этого свиного корыта. Итак, друзья мои, для того, чтобы пойти на эту гору, нам нужно встать и идти. Нам нужно делать какие-то определенные движения для того, чтобы мы не просто сидели, не просто нам казалось, что действительно, о, да, это нам нужно сделать. Нам нужно встать и пойти. Вы помните Даниил? Когда он услышал об этом приказе, то что он делал в своей жизни? Он, как и прежде, он пошел, склонился и молился. И в этом была его сила. Друзья мои, сегодня сила каждого из нас в том, что имеем ли мы действительно общение с Господом каждый день. И третий момент. Я думаю, что если вы посмотрите вокруг себя, вправо, влево, взад обернетесь, вы не найдете человека, подобного вам. Потому что Господь никогда не делает копий. Каждый из нас, человек, он настолько разный, настолько уникальный и настолько удивительный. Трех человек Господь взял с собой на эту гору. Он взял Петра. Что представлял себе Петр, когда мы читаем Священное Писание, мы знаем. Этот человек был быстрого реагирования. Ему нужно было все сделать прямо и сейчас. Он горел, мы знаем его как пылкого ученика. Человек, который в жизни которого нету какого-то застоя. Человек, который постоянно двигается. Человек, который всегда что-то хочет делать. Возьмем другого ученика. Возьмем Иакова. Человек очень спокойный. Человек рассудительный, очень мудрый. Этот человек не будет выхватывать сразу шашку и рубить ухо кому-то. Он
размышляет, прежде чем он что-то делает. И посмотрите, третий человек, Иоанн. Это человек, который был пропитан любовью. Любовью к ближнему и любовью к Господу. Чего сегодня так не хватает нам с вами. Когда-то одну женщину спросили, которая прожила больше 100 лет, ее спросили, скажите, пожалуйста, в чем разница вот тогда, когда вы жили раньше и сегодняшнего дня? И она сказала, что огромный дефицит любви на сегодняшний день. Я думаю, что каждый из нас с вами, друзья, мы это чувствуем. Но посмотрите, Господь берет одного, второго и третьего, таких разных по своему внутреннему состоянию, таких разных людей по своему темпераменту и характеру. Но Он берет их всех троих вместе, и этих людей что-то объединяло одно. Что их объединяло? Они любили своего учителя. И Господь им хотел показать пример, что Он принимает их, такие, какие они есть. Сегодня каждого из нас Господь принимает такой, какой я есть. Могу ли я сегодня вместить ближнего своего? Вот такого, какого он есть. Может быть, с его каким-то взбаламошным характером. Может быть, мне что-то не нравится. Могу ли я вместить его? Когда они взошли на гору, один момент еще. Когда они там были в это время, они были отягчены сном. Почему? Вы обращали когда-нибудь внимание, когда мы с вами попадаем в общество, где нам не очень интересно, и чтобы не вести диалога, мы порой способны закрыть глаза и сделать вид, что мы спим, что нам не до тебя сейчас. Бывает ведь такое. Рассказывали один случай, когда в одном поезде ехала одна молодая семья, ехала мать, сынок 5-летний и ехал отец. И вот они ехали на поезде, и они должны были проехать одну станцию. И у этой матери в сердце была большая тревога, большое переживание. На этой станции, которую они должны были проехать, жили ее родители. 5 лет назад, когда она вышла замуж за этого молодого человека, родители были против этой свадьбы. И отец сказал, если ты выйдешь за него замуж, ты больше порог моего дома не переступишь. Она вышла замуж, и он ее выгнал из дома. И надо себе представить, когда они едут в поезде, за несколько станций до этой станции заходит полковник. И кто бы это был? Это ее отец. Он заходит и садится в одно и то же купе вместе с ними. Господь сделал, подвел эти обстоятельства так, что хотят они или не хотят, но они оказались вместе. И к своему удивлению малыш увидел, что вдруг ни с того ни с сего и папа, и мама, и этот дедушка, они все закрыли глаза и спят. Им так захотелось спать. Им не о чем было говорить друг с другом. Тогда этот малыш залез на руки к этому дедушке и спрашивает, дедушка, а вы военный? Он говорит, да. Он говорит, о, мой дедушка тоже военный. А вы, говорит, наверное, полковник? Он говорит, да. О, мой дедушка тоже. А вы храбрый? Он говорит, ну да, конечно. Мама говорила, что мой дедушка тоже очень храбрый. И достаточно было нескольких фраз вот этого маленького ребенка, чтобы растопить сердце отца. Он горько заплакал, обнял малыша, обнял дочку, зятя, и они вместе сошли на станции, вернулись домой. Вот этот пример, когда ученики Иисуса Христа были вместе, похоже, им не о чем было говорить. Та же самая история повторилась чуть дальше. Но когда они увидели, проснулись и увидели присутствие Божие, когда они увидели вот это Царствие Божие, когда они увидели Иисуса Христа в этой славе, что-то произошло у них, что-то случилось, что вдруг ни с того ни с сего не проснулись. И они говорят, хорошо нам здесь быть, Господи. Возлюбленные, нам хорошо с вами тогда, когда с нами Господь, и когда Его Слово и жизнь, оно находится в нас. Тогда нам хорошо с Господом, и нам хорошо друг с другом. Сегодня перед нами предстоит молитва. Мы должны помолиться Господу. Я знаю, что каждый из нас с вами пришел с определенным желанием, с определенным переживанием. Готовы ли мы сегодня
видеть вот эту нужду, нужду мою, нужду каждого из вас в общении с Иисусом Христом. Готовы мы сегодня встать и пойти на эту гору, чтобы пообщаться с Господом, чтобы получить силу? И готовы ли мы сегодня вместить брата и сестру, такие, какие они есть? Несмотря на то, что у каждого из нас есть свои проблемы, есть свой характер, есть свои мнения, может быть, где-то кто-то упорный, но Господь принял нас, такие, какие есть. И то же самое Он учит сегодня нас с вами, чтобы мы принимали друг друга, такие, какие мы есть. И тогда нам будет хорошо вместе. Тогда нам будет о чем поговорить. Тогда нам будет о чем вместе петь и славить Господа. Сегодня мое желание, чтобы мы посмотрели на эту гору. Возвожу очи мои горам. Откуда приходит помощь моя? Откуда приходит помощь? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Твои мы дети склонились перед Тобой в этот час. Наши сердца преисполнены огромной благодарности Тебе за эту привилегию называть Тебя своим Отцом. Мы можем помолиться Тебе, рассказать Тебе о своих переживаниях и трудностях, и это, Господи, ободряет и радует. Мы знаем, что Ты слышишь молитвы наши, Господи. Сегодня мы пришли в Дом Твой для того, чтобы прославить имя Твое Святое, для того, чтобы сегодня иметь ободрение в жизни своей, Господи. Сегодня это так необходимо, когда мы смотрим то, что происходит вокруг нас, когда тяжело. И действительно, Господи, необходима Твоя помощь, Твоя защита, Твоя поддержка. Благослови народ Твой. Ты знаешь переживания и нужды каждого, кто сегодня пришел в Твой дом, Господи. Я умоляю Тебя, дай, чтобы сегодня мы могли действительно еще раз и еще раз приблизиться к Тебе, чтобы мы видели эту необходимость общения с Тобой, чтобы мы, Господи, принимали друг друга такие, какие мы есть, так, как Ты принял, без вопросов, Господи. Я умоляю, услышь молитву, благослови все это служение, своим присутствием наполни, чтобы благодать Твоя, она была с нами, Господи, в этом служении. Тебе да будет слава и хвала, Бог вечный и любящий. Аминь. Oh.
Мир вам, братья, сестры, братья, участвующие в материальном служении, пожалуйста, займите место свое. Сегодня у нас будет два материальных сбора. Первый на нужды церкви. Второй материальный сбор будет для тех нуждающихся, которые живут в бывшем Советском Союзе. То есть с тех мест, откуда мы с вами выехали, которые переживают особые переживания, материальные трудности. Быть может, у кого-то операции, нечем заплатить. У кого-то пожар, горе случилось. Если у вас есть такие нужды у братьев и сестер, которые живут и остались там, вы можете подавать свои нужды и просьбы Ивану Гавриловичу, который возглавляет отдел благотворительный. Мы сейчас встанем, помолимся Господу. Боже милосердный, Боже праведный, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты дал нам еще одну возможность в жизни нашей прийти в дом Твой и поклониться святому имени Твоему. Господи, мы благодарим Тебя за слово жизни, которое сегодня еще звучит, исправляя, наставляя и приготовляя нас ко встрече с Тобой. Господи, сегодня Ты говорил, чтобы нам почаще восходить на эту гору, откуда приходит помощь, Господи. Благослови каждого из нас, чтобы мы могли уединяться в молитве с Тобою и просить помощи от Тебя. Господь, нам сейчас предстоит это материальное служение. Благослови народ Твой и расположь их к этому служению, Господи. Так много нужд в народе Твоем, переживаний, Господи. Благослови, дай, чтобы мы жертвовали на дело Твое с радостью, и благослови каждого, который будет участвовать в этом. Благослови, и будь Ты в этом прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь.
Где-то на свете, в угрюмых церквушках, может быть, в храмах больших, молятся Господу Богу старушки о детях и внуках своих. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей, души и тела. Вечером поздним за дверью закрытой молятся Богу отцы. Жаркие просьбы от Бога не скрыты, сердец материнских в ночи. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей. Как
добре з Господом пройти свій шлях і мати повний спокій в ньому. Нехай на світі буде смуток жах, но близько вже додому. Нехай на світі буде смуток жах, но близько вже додому. Нам близько вже додому. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному, ты Богу поклонись, Богу вечному, к тебе своей любовью бесконечному. Ему ты поклонись ниже пояса, за жизнь здесь отмеренные полосы, за солнце день, за ночь и за луну, ты вознеси хваление ему. Порою ночь скипает, как волна, и, кажется, смеется сатана, и больше нету сил идти, ты видишь помощь на своем пути, и вновь идешь, ты знаешь, что спасен, но забываешь, что помог лишь он. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Не забывай, что среди суеты и бед, что за любовь свою он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. О, если бы прошлое стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, то было проще забывать любовь. Но разве ты не знаешь и не слышал, что нет любви прекрасней, чище, выше, что вечный Бог в трудах не утомляется, а разум Божий нет, не постигается. Когда ты упадешь, тебя поднимет, в отчаянии он ласково обнимет. Днем и ночью вновь и вновь всегда он рядом, он любовь. Нас миллионы средь века идут, и нужды и все различные несут. И часто на исходе сил мы думаем, что Бог нас позабыл. И начинаем на себя надеяться, и начинает сердце злоба сеяться. Но пусть сомнения все прекратят стон, ведь нас по имени всех знает Он. Нет ничего сокрытого Ему. Он видит старость, видит седину, падения, взлеты, тихий шепот губ. А ты к нему бываешь часто груб. Не будь таким, ведь ты его дитя. Скажи ему, за все благодарю тебя. И как отец, он очень будет рад. В любви своей воздаст 100 крат. Не забывай, что среди суеты и бед, что за любовь свою он ждет ответ. Аминь. Живет под покровом Всевышнего, покоится под сенью Его. Скажет Бог, прибежище, защита моя, Господь, на которого уповаю. Я хочу жить всегда под кровом Господа, безопасности будет душа моя. Весь мой страх уже прошел, Божий мир ко мне сошел, рука Господня сохраняет меня. Не убоишься ты ужасов ночью, Убегай
Отец, прощаясь с сыном, плакал, и сын спросил: «Как умирать? Ты посоветуешь мне, папа?» Стоял, потупив очи вниз, стоял, не зная, что ответить. Отец, философ-атеист, а в голове вихрился ветер. Тот ветер дул и мысли гнал, как нависающие тучи. Вот в Бога верует жена, она б ответила бы лучше. Он раз раньше попросту бежал от столь навязчивых вопросов. «Какая может быть душа?» «Химера», — говорил философ. «А жизнь за гробом — пустота», — он восклицал с апломбом сильным. Ребром вопрос серьезный стал перед его любимым сыном. Он раньше запросто решал вопрос такой с детьми чужими, учил: иллюзия душа, а люди лишь в потомках живы. И вот сейчас, лишенный сил и умирающий от рака, совета спрашивает сын: «Как умирать? Скажи мне, папа». Жизнь отгорела, как свеча. За дверью смерти встреча с Богом. Что отвечать? Отец молчал, молчал в задумии глубоком. И хоть грядущий ад и рай он представлял себе туманно, «Сынок», — сказал он, — «умирай так, как тебя учила мама».
друг, направляя к небу мысль, нет, заяви земным заботам, чтоб ты, окончив свою жизнь, не постыжен был перед Богом. Аминь. Подобрал меня, меня среди тысячи убогих, когда лежала жизнь моя у бесконечной той дороги, где люди шли, теряя сон, и опускался черный вечер, я вокруг так много зла и горя,
и не поймешь, куда и как идти. Ты помоги мне средь бушующего моря найти твой путь и не упасть дойти. Я подниму и помогу, будь только верен мне. Ты обретешь тогда вполне источник жизни. Ты мне поверь, что обещал, то я исполню. Возьму из раненого я и уврачу. Если небо вдруг затянет мрачной тучей, я сойду с того тернистого пути. Молю, Господь, ты не пройди, но вновь помилуй, и дай услышать мне слова твоей любви. Я подниму и помогу, будь только верен мне. Ты обретешь тогда вполне источник жизни. Ты мне поверь, что обещал, то я исполню. Возьму из раненого я и уврачую. Я подниму и помогу, будь только верен мне. Ты обретешь тогда вполне источник жизни. Не поверь, что обещал, то я исполню. Возьму из раненого я и уврачу. А воистину наш Бог велик и славен, и Ему мы поклоняемся, Ему мы поем, Ему мы молимся. Однажды в одной церкви брат проповедовал о блудном сыне. Я так сидел, слушал, размышлял, когда он говорил, что блудный сын, когда уже насытился этими рожками, этим беззаконием, он вспомнил о доме Отца. Мы дети Отца Небесного, и мы можем в любое время приходить к Нему, молиться Ему, открывать свои желания пред Богом. И я думаю, автор этой песни, он выразил это действительно этими словами. «Если душа истомится в страданиях и изнеможет мой дух, верю, что в жизненном море скитаний ты самый лучший мой друг. Бог является нашим другом, Он является нашим Отцом, и пред Ним мы можем открывать все наши желания, все наши нужды и просьбы». Если душа истомится в страданиях, изнеможет мой дух. Верю, что в жизни на море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды, невзгоды, все мне благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты, верю, послал это ты. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, и не страшись, будь бодрей. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды, невзгоды, все вам ко благу сказал мой Спаситель.
послал это ты. Верю, послал это ты. Если друзья изменяют порою, ты говоришь, не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, знаешь, мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все вам ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты, верю, послал это ты. Если друзья наклевещут напрасно, помни, и я это нес. Все происходит ученью согласно, вражьих не бойся угроз. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все вам ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты, верю, послал это ты. Иисуса, ты пусти.
Приветствую вас, братья и сестры, именем Господа Иисуса Христа. Вы знаете, вот эти слова, которые только что мы выслушали, «Гори огонь, сильней гори». Я помню, есть такое стихотворение, и там есть такие слова: «И мирскими ветрами задута христианская гаснет свеча». Просто нам надо сегодня проверить, как горит наш огонь, как мы пламенеем к нашему Господу. Это очень важно, друзья мои. Я предлагаю выслушать два места Священного Писания. Первое место – Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стиха. «Говорит ему Иисус в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказав же это, давая разуметь, какую смертью, Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Его увидел Петр, говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Второе место Евангелия от Матфея, 19 глава, с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?“ Иисус же сказал им: „Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Я понимаю, братья и сестры, что мы, когда сидя в молитвенном доме и слушаем Слово Божие, часто приходя домой, мы очень много теряем. Ну, такая способность нашего организма, нашего разума. Порой есть такое выражение: мы, как, знаете, дырявое решето. Слушаем, оно уходит. Так вот, чтобы вы лучше запомнили, что я хочу сегодня говорить, тема моя будет «Иди за мной, иди за мной». И вы, когда вспомните, оно придет на память. Вы знаете, братья и сестры, мы живем в такое время, когда в мире очень много людей, зовущих идти за ними. Политики всех мастей, особенно во время выборов, они говорят: «Вы меня поддержите, вы идите за мной». Они предлагают следовать его взглядам. Экономисты предлагают свои многообещающие идеи. Воспитатели всех мастей предлагают методы воспитания и оздоровления человечества. Они предлагают. Медики предлагают свои оздоровительные программы. Работники культуры, спорта,
науки наперебой выдвигают свои многообещающие предложения. Что характерно, даже преступные структуры, они тоже имеют свои взгляды. И если вы помните, в первой главе притчи Соломона, там они тоже говорят неопытному юноше: «Иди за нами, у нас будет один склад, и мы будем иметь много и делить поровну». Все зовут сюда за собою. И нужно отметить, человек непременно для себя избирает и объект подражания, и цель следования. Человек не может стоять в стороне, он непременно наклонит свое желание за кем-то следовать, кому-то подражать. Вот только один вопрос: что будет на финише? Что там ожидает людей, живущих на этой земле? Невольно вспоминается премудрый Соломон, который сказал такие знаменательные слова, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Поэтому сегодня, друзья дорогие, я этот вопрос ставлю ребром. Как мы идем? За кем мы идем? Чтобы финиш не привел нас к смерти. Библия предупреждает. Христос когда-то сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение». Братья и сестры, это очень интересный момент. Христос сидел на горе Елеонской, и когда ученики ему показали панораму храма, это была величественная картина, позолоченная крыша. Это было, он весь был белокаменный, и они в восторге говорят: «Учитель, какие камни, какие здания!» Я даже представляю. На той неделе мы там в городе Сиэтле, нас подняли, там есть такая космическая тарелка, башня. И знаете, когда нас подняли что-то метров около 200 наверх, и перед нами открылась панорама, мы ахнули, какая красота, как все красиво кругом. Вот нечто подобное ученики показали Иисусу. А он сказал: «Все будет разрушено». У меня, когда я стоял на этой башне, сразу пришли слова апостола Петра: «Земля, и все дела на ней сгорят». И эти, знаете, небоскребы, которые стояли перед нами, эти чудные иллюминации, все будет предано огню. И вот когда Христос это сказал, ученики говорят: «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Братья и сестры, ответ Господа интересен. Ну, я бы на этот вопрос, знаете, вот придет, вот тогда я приду, а Господь сразу, как бы не отвечая на конкретно поставленный вопрос, говорит: «Берегитесь, чтобы кто вас не прельстил». Не так важно, когда Господь придет, не так важно нам знать сроки исполнения, гораздо важнее нам оказаться пред Господом, знаете, неведенными в заблуждение. Так вот сегодня куда идти? За кем идти? Как идти? Это большой вопросительный знак перед каждым из нас. Вы знаете, сегодня мы живем в такое время, когда на земле разнобой учений. Китайцы предлагают своего мыслителя Конфуция. Они говорят: вот Конфуций, это из древности, предлагал хорошие пути. Иудеи стоят за Моисея. Когда-то они Иисусу Христу сказали: «Моисей дал нам заповеди, а сегодня знаем, откуда он». Понимаете, они стоят за Моисея. Индусы провозглашают только Будду. Я как-то прочитал, братья и сестры, может быть, некоторые читали, сейчас в Индии открылась такая, знаете, интересная история, там появился мальчик 12 лет, и он сидит в форме лотоса, и он уже что-то большое, или год, или два, сидит в этой позе и не меняет, он не чувствует, и к нему идут депутации каждый день до 20 тысяч.
Его на ночь заносят в помещение, там стоит полиция, его охраняют. Это, говорит, новое явление Будды в лице этого мальчика. Чтят его. Это действительно чудо. Сидит месяц и не движется мальчик, не реагирует. Он ушел в нирвану. Он там имеет общение с Богом. И люди следуют, и люди почитают, и люди толпами следуют за этим. Мусульмане говорят: мы только почитаем пророка Мухаммеда. И когда посмотришь вот у этих мечетей, даже у нас, это тысячи-тысячи людей. Я вот так, когда смотрю, где-то вот показываю там в Иерусалиме мечеть Амара, когда скопление мусульман, и как они все падают ниц, поклоняются, независимо от возрастов. Братья и сестры, это поклонение. А сколько сегодня современных претендентов, чтобы люди следовали за ним? Это Исан Мун, церковь объединения, южнокорейский представитель, живущий в США. Вы знаете, он сказал, ему явился Христос, и Христос сказал: Сан Мун, я не выполнил свое предназначение. Когда-то 2000 лет назад Отец Небесный дал мне поручение, я пришел на землю и не выполнил. Сан Мун, я тебе поручаю довершить, и он пришел довершать. Братья и сестры, я как-то видел в одном журнале, он прилетел в Париж, в светском журнале. Вы знаете, когда он сходил вот с аэропорта, со здания, там его провели вот такой длинный ковер, по бокам были тысячи людей, молодежи. И вы знаете, он шел туда, и полиция охраняла, что его нельзя было трогать. Но когда он проходил, эти молодые люди падали и целовали там, где он ступил своим башмаком. Это поклонение, друзья дорогие. Это поклонение, его весьма чтут. Сегодня это Иосиф Смит, это мормоны, который написал свою книгу, там много, знаете, вы меня простите, 100 верст до небес и все лесом. И люди чтут его и поклоняются. Это сегодня алтайский мессия, отец Виссарион, провозгласил, что он мессия, и огромная вереница мессий. Друзья, это ультрасовременный мессия гробовой, который заявил: я не только воплощение Христа, я воплощение самого Бога. Он хотел или обещал воскресить детей Беслана. Где-то недели три назад на том берегу я встречался, приехали оттуда вот эти родители погибших детей. И мы затронули, и они говорили: да, он пообещал. И люди бежали к нему, чтобы он воскресил детей, потом его посадили. Братья и сестры и многие другие. Вопрос, за кем идти? 2000 лет назад в Палестине появился человек, который мог провозгласить: «Я есть путь, истина и жизнь». Друзья мои, вот эти все перечисленные, никто не предлагали жизнь, никто. Но этот человек сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Он сказал твердо своим ученикам: следуйте за мною. Более того, он однажды, когда они уже собрались немножко, он сказал: следуйте за мною, я вас сделаю ловцами человеком. Что это за личность? В 7 главе Евангелия Иоанна, там на празднике в Иерусалиме сказано: последний день великого праздника стоял Иисус и возгласил: кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, потекут реки воды живой. Братья и сестры, кто он? Когда мы просматриваем Слово Божие, при его рождении ангел сказал: родишь сына, и нарекут ему имя Иммануил. Это что-то новое. Ангел возвестил. Ангелы пропели гимн: слава Вышних Богу, и на земле мир. И, наконец,
сам Отец Небесный в момент его крещения сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». В Откровении Иоанна Богослова в первых главах там интересные моменты. Когда-то Иоанн встречался, он был любимый ученик. И мы прочитали вот в 21 главе, что он был участник этого разговора, когда Иисус обратился к Петру. И вот когда Иоанну явился Христос на острове Патмосе, он сказал такие слова: «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, имею ключи ада и смерти». Братья мои, сестры, мне кажется, сегодня эта личность достойна подражания, достойна, чтобы следовать за ним. Мы поем замечательный гимн: «Следуй за мной, когда дали темнеют, следуй за мной, когда очи тускнеют, следуй за мной, в вечный дом ты войдешь, следуй, о, следуй за мною». Сегодня нам надо решить вопрос, кто еще не решил, кто еще находится в медлительном состоянии, кто еще не избрал себе объект следования и цель для своей жизни. Господь сегодня говорит: «Следуй за мною». Друзья мои дорогие, может быть, кто-то сегодня остановился, как Петр. Петр отрекся от него. Петр испугался угрозы, то, что его ожидало, испугался женщины-служанки и сказал: «Не знаю его». И вот после своего воскресения Господь торопится к Петру. Петру, и вот эта беседа: «Любишь ли ты меня?» Ах, как Петр все вспомнил, и свое малодушие, и свое отречение, и свое бегство, и свой страх, все вспомнил. И Господь говорит: «Следуй за мною». Мои братья и сестры, Господь и сегодня малодушных приглашает. И те, кто стоит в каком-то недоумении, в раздумии, Он сегодня как бы тихонько подталкивает нас. Нет другого объекта, нет альтернативы следования на этой земле. Я часто это повторяю. Мне приходилось беседовать в кабинетах больших начальников. Ну, имея такое служение, порой приглашали акимы, вот сидим, они задают вопрос, я говорю: знаете, друзья дорогие, нет альтернативы, за кем следовать, кроме Господа Иисуса Христа. И как-то порой мне говорят: ну вот тебе не стыдно так, это может быть тебе неудобно. Я говорю: это не то слово, стыдно. Это моя привилегия, это мое счастье, это мое торжество, что я открыл для себя источник жизни, и Господь увлек меня за собою. Братья мои, сестры, как у нас сегодня? Я перехожу ко второму вопросу. Как следовать за Ним? То, что мы уже как будто все решили следовать, я смотрю, в основном тут верующие. Может быть, кто-то еще не определил, пусть определяет для себя этот вопрос. А вот мы, которые называемся христиане, на трафаретном нашем, знаете, виде написано: «Мы христиане». Как мы следуем? Я сегодня предлагаю проверку, как идти за Иисусом. Просматривая Библию, я первое, что нахожу: можно следовать за Христом тайно, не афишируя. Быть тайным учеником, так делал Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев. Так когда-то поступил Никодим. Когда он там в совете обсуждали, весь совет был настроен против Иисуса, и уже приняли решение предать его смерти, а его сердце колышется, он не может согласиться, и он пришел ночью к Иисусу и сказал: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Ах, Никодим, если б ты эти слова сказал в Синедрионе,
как они были б там весомы. Но ты сказал ночью учителю на ушко, что мы знаем, что ты учитель. Господь особо не принял этой похвалы. Я когда читаю это место и думаю, Господи, если б сегодня о мне такую дали характеристику, сказали, ты проповедуешь, ты говоришь о Боге, правильно, я бы сказал, о, как хорошо. Никодим так сказал Господу, ты учитель, ты пришел от Бога, и мы об этом знаем. А Господь останавливает и говорит, если не родишься свыше, не войдешь в Царствие Божие. Так следовать нельзя. Я даже представляю вот манеру или возглас, или недоумение Никодима. Он так посмотрит, это я не войду в Царствие Божие, ты не войдешь. Я учитель Израиля? Да, ты учитель Израилев, который считаешь, что ты учишь Богу заповедям, не войдешь в Царствие Божие, ты не так следуешь. Братья и сестры, это очень важно нам сегодня, тайна. Как-то я пережил один момент, это был 1962 год, меня забирали в советскую армию. Я думаю, многие понимают, что это такое. Собрание было прощание, это были атеистические времена, времена Хрущева, когда борьба с религией им была поднята снова на высоту. Я представлял, что меня ожидает в армии. Я так сердечно сокрушался. И помню, подходит ко мне один брат, он только пришел с армии, он уже прошел эту школу, подсел ко мне, говорит, знаешь что, я тебе посоветую. Вот когда пойдешь в армию, не афишируй себя, что ты христианин. Так тихонько служи, там никто к тебе... Я думаю, как это возможно? Интересно, как это не афишировать? Ну, я не стал ни возражать, ни поддакивать, ну, посмотрим. Только я сел в поезд, все допризывники, полный вагон, мы сидим на полках, а это же допризывники, они еще не присяги, ничего, вольные, свободные, у них всех в сумках бутылки, они рассадятся, эй, слазь, выпьем. Я говорю, я не пью. А, не пьешь, ладно. В обед снова слазь, выпьем. Я не пью. Они говорят, ты что, баптист? Баптист. Думаю, как это не афишировать? Не успел я доехать до части, обо мне уже узнали, и я нигде не афишировал. Братья, сестры, город, стоящий наверху горы, не может укрыться. Поэтому тайное следование, оно не угодно нашему Господу. Я как-то вспоминаю такой случай. Знаете, жил неверующий человек, рядом с ним жил тоже сосед. Они жили несколько лет, и потом кто-то этого, они даже работали вместе. И вот работают так, ну, вроде нормальные отношения. Через несколько лет кто-то из друзей одного соседа пригласил на собрание. Он приходит на собрание, посмотрел, а его вот этот, с кем он работает, там все. Он говорит, ты что, тоже здесь? А я, говорит, давно верующий. А как же, что ж ты мне до сих пор ничего не сказал? Мы с тобой вместе работаем. Мы с тобой рука об руку, и ты столько лет не сказал, что ты знаешь живого Бога. Другой человек меня. Это тайное следование, братья, сестры, бежать от его надо. Оно, Христос такие знаменательные слова сказал, кто постыдится меня вроде всем прелюбодейным и грешным, того я постыжусь пред Отцом моим небесным. Братья и сестры, это непременно будет. И если кто-то еще стесняется, я обращаюсь к молодежи. Мы живем такое время, знаете, Дон Жуаны кругом. Они такие молодцы. И там появился христианин. Он не ведет себя, как все. Он как-то более смирен. Да ты что, Ванька? Да не так, да вперед! И мы порой стесняемся. Я вспоминаю, братья и сестры, в своей жизни, когда я только начал ходить на собрания, был подросток, лет 15, ну, может быть, еще не было или было. Я помню, меня пригласили на собрание, я еще не покаялся, но я с верующей семьи, и я иду на собрание, а надо проходить через школу, где я учился. Я иду, у меня боязнь и страх, я и сюда, и туда оглядываюсь, а вось кто-то попадется. Я боялся, мне стыдно было, и навстречу мне идет соклассник.
праведник. Он издали посмотрел, все уразумел, вечером идут, он знал, там рядом собрание, у него такая ехидная улыбка, улыбка 6 на 9, он подходит ко мне, говорит, ты тоже туда идешь? Я сказал, нет, иду к друзьям. Я не готов был засвидетельствовать. Мне было стыдно, я помню эти годы. Это порой удел молодых людей. Братья и сестры, в тот момент я вспомнил Петра, как он таился. Друзья мои, если у нас это есть, мы тайные. Мы хотим тайно войти в Царствие Божие. Мы можем тайно остаться вне дверей. Второе. Можно следовать за Иисусом издали. Безопасно. Безопасно. Впереди идут братья-служители, хористы, а я там где-то сзади, в арьергарде. Там, если что, можно убежать скорей. Братья и сестры, это такая позиция, ну, моя хата с краю, говорят украинцы, но чего не знаю. Где-то там подальше быть. Это таковые христиане не хотят стать в проломе, братья и сестры. Там написано, искал я у них человека, кто бы стал в проломе за сию землю, и не нашел. Я бы, говорит, пощадил этого города, если б я нашел одного человека, который стал в проломе. Мы сильно торопимся стоять в проломе. Мы там за проломами станем. Ну, давайте, 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 загораживайте, братья, там держите. А мы потом, когда будет, знаете, так торжественная часть, мы тоже явимся. Братья мои, сестры, я обращаю внимание, когда мы смотрим Слово Божие, написано, Петр следовал издали. Это тот Петр, который говорил Иисусу, все отрекутся, но не я, я никогда не отрекусь. Я с тобой в темницу готов, на смерть готов. И тут креста взяли, взяли. Что ж делать, бежи вперед. Правда, он махнул пару раз мечом. Господь остановил его, он тогда и меч бросил, и тихонько, знаете, туда, к деревьям спрятался. И потом написано, он следовал издали. Издали. Мы видим, чем оно кончилось. Он там сидел в этом, возле костров, когда пришли эти служанка, одна, потом вторая. И он говорит, не знаю этого человека. И братья и сестры, там не просто он сказал, вы изучите, он стал божиться. Он говорит клятву, что я не знаю сего человека. Вот порой как может преображаться человек в худшую сторону. Это удел тех, кто следует издали. Дьявол когда-то подведет к такому моменту, когда нам надо, выбора нет, да или нет. И этот момент был для апостола Петра. Он должен здесь у костра был засвидетельствовать. Да, я апостол Иисуса Христа. Он сказал, я не знаю этого человека. Братья и сестры, я даже представляю. Я был в Голландии, и там меня повезли, там есть музей Палестины. Вы знаете, там была одна статуя, отрекшийся Петр. Просто в рост человека фигуры, стоит костер, горит, Петр тут присел, рядом еще какой-то, а женщина стоит и говорит, вот ты из них, а Петр вот так вот, нет. Я еще там встал, сел возле этого костра, и нас фотографировали, у меня дома есть эта фотография, я вместе с Петром отрекающим, знаете, она влита в это. Друзья мои, невозможно издали, издали. Просто надо сегодня кому-то сказать, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечности. Третье, можно следовать за Христом, ропча и негодуя. Братья и сестры, я хочу сегодня сказать, что у каждого из нас есть где-то там спрятанный в трюме нашего сердца мятежный дух, дух мятежа, дух негодования. Он есть у нас. И его можно проявить, когда нам, знаете, в автобусе больно наступить на палец. Я вот читал недавно такой случай. Одна сестра ехала на собрание.
там у нас, помните, как автобусы переполнены, заполнены. И она стоит на остановке, надо скорее сесть. И тут автобус, и толпа хлынула, и она тоже туда, а сзади кто-то ее подпирает, толкает, тоже такой. Она говорит, куда прешься? Ну, села. Приходит на собрание, повернулась, а тому, кому она сказала, куда просит, тоже на собрание пришел. Это, оказывается, брат, он говорит, ну так, сестра, куда ты перлась, туда и я. И ей стало так стыдно, неудобно. Братья, сестры, дух мятежа, он живет в нас, и он порой нам его трудно связать. Так вот, сегодня, когда мы следуем за Иисусом Христом с этим духом, бывают неприятности. Помните, когда Христос уже готовился к своему погребению, к смерти, и в одном доме пришла, я так понимаю, что это была Мария, сестра Марфы, это в доме Симона, и там написано, она разбила алавастровый сосуд и помазала и голову, и ноги. А помните, что сказали ученики? Один евангелист говорит, сначала Иуда вознегодовал, другой евангелист говорит, ученики вознегодовали. К чему такая трата? Братья и сестры, я представляю, как жалость Мария. Она хотела сердце сделать, и Господь защитил ее. Нищих всегда имеете. Она доброе дело сделала, помазав, приготовив меня к погребению во всем мире, где только будет благовествовать Царствие Божие, будет сказано в память о ней. И мы благовествуем 2000 лет. Это имя не стерто, она не была присущим. Она не стала негодовать, кричать, она смиренно смолкла. Храни нас, Господь, от этого мятежного духа, от этих негодований. Братья и сестры, я помню такой момент, я не знаю, говорил я у вас или нет, может, говорил, я повторю, потому что приходится часто употреблять примеры, что один неверующий человек как-то был при скандале верующих. Когда верующие друг на друга, что-то, как говорят, за шиворот не хватали, он смотрел и начал их примирять. Да вы что, да нельзя так, да нехорошо так. Братья и сестры, хранит нас Господь. Четвертое. Можно идти за Иисусом с обидами и огорчением. Кто-то тут сегодня назвал младшего сына, блудного сына, который расточал все имение. А вот о старшем сыне нигде не написано. Он был, выполнял все. Он даже сказал, я ни раз не нарушил, папа, волю твою. А ты мне даже козленка не дал. Это обида. И он не захотел войти на пир, когда возвратился его погибший брат. Отец говорит, надо радоваться, что брат твой пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Братья и сестры, порой у нас такое. Мы обижены, нас забыли. Меня не избрали диаконом. Я не проповедник, я никогда не забуду. Я был пресвитером вторым в городе Чимкенте, когда подходит ко мне один брат, подходит, говорит, ты что имеешь на меня? Его звать Ваня. Я говорю, Ваня, ничего. Ну как ничего, ты что-то имеешь на меня? Ваня, ничего не имею. А почему я не проповедую? Почему ты проповедуешь? Я как-то аж опешил, не знаю, что говорить. Ну как-то, это ж годами. Ну-ка, я не знаю, Ваня, ну как-то так мне предложили. А вот я почему не проповедую? Потом мы с братьями поговорили, ну давай поставим. Он вышел на кафедру один и последний раз. Бог его поразил. Прямо он тут сидел. Это я не могу это даже повторить. Братья и сестры, обиды, огорчения. И вот эти огорчения не точат нас. Братья и сестры, огорчение Саула, Саула привело его к гибели. А в чем, кто его так обидел? Видите ли, славу отдали больше Давиду. Сказали, Давид, Саул победил тысячи, а Давид десятки. Ух, как это! Я всегда был первый. Я царь, я по росту выше всего Израиля. Я воин от юности моей. Этот пастух, ему дали тысячи, десятки тысяч. Братья и сестры, как это порой, этот червяк зависти, недовольства,
обиды точат нас. Как нужно, вот, братья и сестры, кто находится в этом состоянии? Вот там обида, обида. Почему она в хору поет, а я, у меня голос не хуже, меня туда не... Может быть, и так, может, братья не усмотрели. Я допускаю, что здесь есть какие-то ошибки. Но Христос нам так говорит: придите ко мне, труждающие, обремененные сердцем, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И, братья и сестры, тогда вы найдете покой душам вашим. Если мы хотим покоя идти за Господом, научиться надо у Господа, как Он не искал ничего своего. Можно идти за Христом в надежде что-то получить. Вот, братья и сестры, есть такая категория следовать. Особенно, помните, у нас в Союзе, в момент распада, когда все, ух, какой поток, устремилось в церкви. И порой говорили: иди к баптистам, там помогут, там все сделают. И идут люди. Франк Гергарович рассказывал, у них в церкви пришла одна женщина, покаялась. Ну, прошло одно собрание, она сидит в рядах. Потом поворачивается к своей соседке, сестре в Господе, и говорит: интересно, уже второй раз прихожу на собрание, а гуманитарную помощь все не дают. Ей кто-то сказал: если ты пойдешь, они обязательно... Она пришла быстро, пока, а гуманитарную все не дают. Никак, ну уже пора давать. Братья, сестры, если мы надеемся на это, церковь призвана к другому. Мы призваны отдавать, отдавать, не брать, не искать для себя каких-то прибылей. Когда-то Христос таковым сказал, помните, один подбегает к Иисусу, говорит: я пойду за тобою. И Господь посмотрел его сердце, он, наверное, уловил там какую-то корысть. И говорит: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где голову преклонить. И, братья и сестры, этот следователь исчез. О, куда ж идти? И ни норы нет, ни гнезда нет, ни дома. Голову преклонить. А куда ж идти? На улице спать? Нет, я пойду за к другому. Храни нас, Господь. Можно следовать из любопытства. Братья и сестры, сегодня появляются такие экземпляры. Вы помните, когда Христос висел на Голгофском кресте, и там вот идет вот эта суета, воины, и там Иисус говорит: лава, лава, савохвани, что-то там сказал. Один подбежал, взял губку, наполнил там каким-то питьем, уксусом, а другой говорит: подожди, подожди, посмотрим, придет Илья или нет. Давай еще немножко посмотрим, Илья. Любопытство. А ну-ка, он что-то с Ахвани Ильи сказал. Может быть, Илья придет. У них такое мнение, что Илья придет спасать. Любопытство. Как-то приходит к нам в собрание один человек. После собрания подходит, такой говорливый, бойкий. И говорит: знаете, я уже обошел, был у яговистов, был у субботников, был у пятидесятников. Нигде, все, везде плохо. Пришел к вам посмотреть, что тут у вас. Я говорю: не найдешь и у нас. Тобой движет не искание спасения, тобой любопытство действует. Ты хочешь посмотреть. Ты вроде над всеми конфессиями изучаешь. Где ты? Ты никогда не найдешь. Ты человек далекий от Бога. Братья мои, сестры, я сегодня обращаю внимание, самое страшное следование за Христом — идти за Христом без Христа. Я хотел бы на это особо обратить внимание. Идти за Христом без Христа. Обычно такие следователи, они очень громогласны. Они очень могут бить себя в грудь. Я, говорит, уже 40 лет верующий, а ты еще малец, ты еще молодой. Друзья мои, я обращаю на это внимание сегодня. У нас, когда мы рассматриваем Священное Писание, есть такой момент во второй главе Евангелия от Луки. Там сказано, когда Иисусу Христу было 12 лет, и вот когда, помните, они пошли на поклонение в Иерусалим, и отрок Иисус с ними был.
Они пришли, там поклонились, а потом стали возвращаться назад. Там несколько дней надо идти. И вот там написано так: «Прошедший дневной путь». Они кинулись, а где Иисус? Ну, чтобы нам было понятно, когда они возвращались с Иерусалима, это была сплошная колонна паломников. Там шли родами, семействами, родственниками, а Иисус 12 лет, они дети обуча вперед-назад. И Мария с Иосифом думали, что он где-то с родственниками идет. Но когда день прошли, и надо встать, ну, на ночлег, там надо что-то сварить, покушать, тогда они все собираются к своему семейству, кинулись, нет Иисуса. О, кинулись, и написано, возвратились в Иерусалим и стали искать. И на третий день нашли его в храме. Они шли без Иисуса. Они думали, что он где-то рядом. Порой задаешь вопрос человеку такому, вот вы знаете, я порой задаю, я говорю, и ты меня извини, когда беседую с человеком, и видишь, чувствуешь хаос в его понятии, в сознании. Говоришь, слушай, у тебя была встреча с Иисусом? Ты когда-то встретился с Господом? Он посетил твое сердце? Братья и сестры, таковые люди не знают, что ответить. Им это состояние незнакомо. Они теоретически могут рассказать. Как-то на одной конференции один, ну, такой очень благодатный служитель из Соединенных Штатов рассказывает такой пример. Говорит, у нас в Соединенных Штатах, ну, в американских церквях, наши священники или пастыря, они кончают семинарии. И вот когда они избирают себе профессию, молодой человек закончил там 11-12 классов, как тут в Америке, а потом выбирает себе профессию. Один выбирает врача, другой там инженера, третий еще, а четвертый, а я, говорит, пойду теологию, теологом, буду священником. Идет в семинарию, кончает, вот когда он приходит в церковь, он прекрасно все рассказывает. Он знает, как, он расскажет вам про возрождение Духа Святого, он расскажет про покаяние. Но когда у него спрашивают, пастор, а вы-то сами в Бога веруете? Он говорит, это не ваше дело. Зачем это вам нужно? Я вам все рассказал, это моя профессия, я работаю. И этот пастор, который говорил, братья, говорит, берегитесь вот таких служители, которые не знают Бога, которые провозглашают, говорят о Боге, но Его не имеют в сердце. Друзья мои, дорогие, я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали. Может быть, мы его где-то потеряли на пути, может быть, мы вышли, мы вспоминаем, что он там был в Иерусалиме, он был с нами, и мы радовались. А потом, помните, как Самсон сказал, «Пойду, как и прежде, освобожусь». И там написано, не знал, что Господь оставил его. Братья и сестры, финиш был крайне печальный. Пусть поможет Господь. Я чувствую, у многих, может быть, явилась мысль, и так не так, и вот так не так. А как же тогда идти? Как правильно идти за Господом? Братья и сестры, нам Библия это хорошо открывает. Первое, я вижу три основы следования за Господом. Посмотрите, первое место. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Это первое условие. Ученики говорят, кто может идти за Тобою? И Господь сказал эти величественные слова, кто хочет идти за Мною, отвергни. Братья и сестры, поворот на 180 градусов. Мы порой поворачиваемся на 360. А в одном месте говорю, один стоит, говорит, надо, говорит, на 360 повернуться. Я говорю, вот так стояли, 30, и туда же пойдем. Надо только на 180, в противоположную сторону идти. Я сегодня обращаю внимание, друзья, это Христос. Нам порой не хочется отвергать себя. У нас много привычек, у нас много привязанностей. У нас есть тайны какие-то, знаете, наши такие узлы, и мы с ними свыклись. Я помню, одного человека приглашали на собрание, говорит, идем с нами. Он очень уважал верующих людей. Он говорит, я согласен с вами.
Вы все хорошие, у вас все хорошо. Одно, я не могу бросить курить. Без курева я не могу. Ну, братья, немножко таким с юмором. Ну-ка, приходи с куревом. Хоть один у нас курящий будет. А там Господь что-то решит. Вот, братья и сестры, мы не можем лишиться этих привязанностей. И порой эти прихоти характера мы тащим за собой в церковь. Они потом, мы, знаете, вот как помните, в пилигрима мешок, который был у них на плечах, он всегда мешал, он тянул их назад. Он мешал им движение. И вот этот мешок наших прихотей мы тянем за собою. Пусть Господь сохранит. Второе. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вот, братья и сестры, следование в чем заключается? По следам. Я как-то читал одну книгу про охотников, когда охотники охотятся на волков. Когда стая проходит, вы знаете, никогда стаю не определишь. Волки имеют обыкновение идти след в след. Первый идет вожак, за ним другие. Они цепочкой, может быть, их там 10-20 волков. Но когда подойдешь, такой неопытный охотник, как я говорю, вот волк прошел. Опытный охотник, говорит, много волков прошло. Я говорю, как ты знаешь? А ты видишь, след немножко разбит. И тут несколько волков, они след в след идут. Они не идут рядом, они за вожаком идут. И если какой-то волк посмеет, вожак его клыками отбрасывает назад. Друзья мои, такой, может быть, пример этих зверей. Так вот, Христос нам сегодня говорит, чтобы мы следовали по следам Его. Мы порой следуем, когда Христос идет в Вифанию, побыть у Марфы с Марией. Там Марфа большое угощение готовит, вот покушаем. Господи, мы по следам идем. А вот Он, может, поведет нас в Кану на брак Галилейский, и туда мы пойдем. Но в Гефсиманию, Господи, я останусь тут. Ты пройди Гефсиманию, я вокруг, я там догоню. А на Голгофу, Господи, нет, туда я не пойду. Мы не хотим идти, братья и сестры. И порой наше следование начинает зигзагообразное. Мы выбираем там, где полегче. Поэтому Иоанн Креститель сказал, неровные пути сделайте гладкими, кривизны выправьте. Нам следует по следам. И третье, друзья, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Я сегодня хочу сказать, братья и сестры, это сегодня больное место христиан, евангельских христиан, баптистов. Мы порой превращаемся в православное направление духовенства и прихожане. Это не духовенство, там левиты, а мы все прихожане. Но у Господа нет такого. Господь совершенно не будет так рассматривать. Я верю, когда Он придет восхищать свою церковь, кто-то из пресвитеров останется на этой земле. Я верю в это. По делам он будет поступать с нами. Так вот, братья и сестры, Господь говорит, не вы, а я вас избрал. В момент нашего покаяния это действие Его благодати. Павел говорит, благодать Его, которая во мне, она совершила. И если Господь призвал нас, вот теперь вторая задача – это наша. Мы должны озадачиться, братья и сестры, чтобы мы приносили плоды, чтобы вы шли и приносили плод, и плод приносил, был в жизнь вечную. Некоторые говорят, да как же эти плоды, я уже старый, я уже с двумя палочками хожу, говорит бабушка, какие плоды? Я никогда не забуду, как-то у нас в Караганде проводил конференцию Вильгельм Пальмс, это евангелист Германии. И он рассказал такой, братья и сестры, интересный пример. Я, говорит, часто в Германии езжу по городам, провожу евангелизацию. И вот мы договорились, я должен приехать там за один день. Братья там на месте готовят, там у них молитвы, вот эти все рекламы они делают. Будет евангелизация.
И я, говорит, приехал за день, только приехал. Мне подходит, говорит, пресвитер, пастор местный, говорит, тут одна бабушка уже несколько раз звонит, она хочет с вами поговорить. Я говорю, ну хорошо, давайте. Набрали телефон, я слушаю. А и ты слышу старческий, это брат Пальмс? Да, вы сейчас придете ко мне. Мы пойдем приглашать на евангелизацию людей. Это бабушка ему говорит, приказ дает. А я говорю, думаю, ну что это я дал? Я же евангелист. Меня же пригласили проповедь, сказала. Я попытался, нет, брат Пальц, вы сейчас же придете ко мне. Ну куда мне деваться? Я думаю, откажусь. Скажу, вот брат гордый, потопал я к ней. Привели, она там, смотрю, выходит старая ветхая бабушка. Я ее за руку водил. И вот выходим, она идет вот так, ну как, вот старый. Смотрит, вот видите, вон два окна. Вот за них я молюсь уже 2 года. Пойдем туда. Поднялись, я ее поднял, она позвонила, дверь открывает, там женщина в фартуке что-то. Здравствуйте, вот доктор Пальм приехал. Он завтра будет проповедовать, вы придете завтра на собрание. А не, вы же придете, вы пообещали, вы придете, ну, придем. Во-во-во, завтра вы придете на собрание. И так, я, говорит, ни одно слово нигде не сказал. Я только водил бабушку за руки. У меня уже началось там, ну, бывает, раздражение. Ну, с бабусей ходишь, а толку мне надо. Проходили мы домов 10. И что интересно, я только потом понял, всех, кого бабушка пригласила, они обратились к Богу. Я тогда понял, какую грандиозную работу я выполнял, не столько на кафедре, как с этой бабушкой водил. Она уже годы за них всех молится. Это ее люди. Она вопиет к Богу. Бабушка нашла свой труд. Братья и сестры, я верю, что в вечности Бог покажет нам таковых. Я никогда не забуду, читал один пример. В одной церкви был застой. Там, знаете, все стояло таком. И вот приехал молодой благовестник, он стал проповедовать, церковь жила. И увидели благословение, люди стали идти. И вот, говорит, мне снится сон такой. Я стою, говорит, на кафедре, там парадная дверь открывается, и залетает такой чудесный венок. Он должен одному, кто больше всех сделал. А я думаю, ну кому ж, мне, конечно. Кто больше меня сделал? Конечно, мне. И венок так идет сюда, потом сюда поворачивает. Ну, конечно, ко мне. А я, говорит, и голову наклонил. А венок неожиданно прошел мимо, пошел туда, и там в самом уголку старая бабушка сидела. И опустился на бабушку. А я, говорит, Господи, почему? Что эта бабуся больше меня сделала? И мне был голос, когда ты приехал, эта бабуленька день и ночь за тебя молится. И твое благословение не в твоем красноречии, а вон там в уголке решалось. Эта бабушка совершила пробуждение в церкви. Братья и сестры, Господь так судит. Порой ко мне подходят, вы знаете, братья и сестры, ну, после собрания почти каждому проповеднику кто-то подходит, ой, брат, благодарю тебя. Ну, я чувствую себя нескромно, как будто мы что-то сделали. Я всегда говорю, знаете, братья и сестры, то, что один даже проповедник, когда его стали хвалить, он говорит, вы уже опоздали. Мне уже об этом сказал сатана, что я хорошо проповедовал. Сатана сразу подходит. Так вот, братья и сестры, я тогда говорю, знаете что, если что-то вас коснулось, и вы хотите что-то для меня сделать, вы придите домой и помолитесь. Для меня нет больше радости, когда я знаю. Знаете, в одной церкви я так проповедовал, привел этот пример, после собрания подходят молодые, они только поженились. Я их где-то 2 недели назад сочитывал. Они подходят, вот я-то, ну, как бывает, молодой, Николай Александрович, мы приняли решение молиться за тебя. Братья и сестры, я был до слез тронут. Я говорю, для меня ничего так не... Братья и сестры, чтобы мы приносили плод. Я эти примеры говорю для того, что каждый найдет в винограднике труд для себя. Труд для себя. Поэтому пусть Бог поможет нам. Друзья, мы найдем. И последнее, братья и сестры, обратите внимание,
Когда вот это было, тогда апостол Петр с учениками, они оставили семьи, оставили своих жен, детей, домы. Помните, там есть такой знаменательный пример, когда однажды они ловили рыбу, и пришел Христос и сказал: ну-ка закиньте. Они набрали такое количество рыбы, вытащили на берег. Не помните потом, что они сделали? Там написано, когда они вытащили огромный улов рыбы, бросили все на берегу и последовали за Иисусом. Это действительно было действие Духа Святого. Они увидели в Господе того, они бросили лодку, рыбы, сети, они последовали за Иисусом. И однажды Петр говорит: а что нам будет? Я думаю, этот вопрос не праздный. Мы тоже хотим знать, что нам будет. И тогда Господь говорит: здесь на земле вы обретете много братьев и сестер. Братья и сестры, разве это не исполнилось? Кто я для вас, а вы для меня? Мы по плоти абсолютно чужие люди. Мы никогда с вами не виделись. Мы ночевали вот две ночи в семье. Но мы родные, мы близкие. Братья и сестры, это величайшее чудо, которое Господь совершил в нашей жизни. Он сроднил нас кровью Своею. Это чудо, друзья мои дорогие. Поэтому Господь на земле это делает семью христиан. Мы ж боем, мы дети Божьи. Мы всех счастливее на всей земле. Мы поем. Это действительно так. И второе, более важно. Вы в покебытии после прихода моего получите жизнь вечную. Друзья мои дорогие, недооценить это великое воздаяние преступно. Преступно. Я еще один момент расскажу, простите меня за задержку. Я как-то слушал проповедь Ярла Николаевича Пейсли. Он говорил о вечности. И он привел такой пример. Вот представьте, братья и сестры, каждый год на Луну летает этот космический корабль. И там один космонавт. И он каждый год берет горсть с Земли и везет на Луну. И вот, говорит, за сколько лет он перевезет всю Землю на Луну? По горсти в год. Вы можете это представить? Это невозможно. Триллионы, триллионы лет надо, чтобы Землю по горсть. Так вот, когда Яр Николаевич привел этот пример и говорит: если мы, наконец, перевезем всю Землю, то если сравнить это с вечностью, это будет только начало утра, только заря. Вот что значит вечность. И Бог нам за то, что мы следуем за Ним, Он готовит жизнь вечную. Это наша услада. Пусть Господь наш благословит, благословит. Пусть Он даст нам это укрепить, старание, желание. Кто еще в медлительности? Вы можете сегодня сказать: Господи, я хочу идти за Тобою. Нет другого имени, данного человеком на этой земле, через кого бы нам получить спасение. Бог да благословит нас сегодня. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. Отче святой и праведный, в этот час мы стоим пред очами Твоими. Мы очень благодарны Тебе, что Ты совершил великое, недоступное для нас. Ты некогда искупил нас. Ты увидел нас, стоящих в этом рве погибели, утопающих в болоте греха, и Ты сжалился над нами и поставил ноги наши на камни, вложил в уста наши новую песнь хвалы Тебе. И мы бесконечно благодарны Тебе, что мы сегодня спасены, что мы наследие Твое, что мы дети Твои. Ты подарил нам эту великую любовь, слава Тебе! Помоги нам в это последнее время, когда столько отвлекает нас и столько зовут нас перейти на другие тропы. Помоги нам следовать за Тобою всем сердцем, исполняя волю Твою. Я умоляю Тебе за те сердца, кто еще колеблется, кто находится еще в медлительном состоянии. Помилуй эти души, и пока еще открыта дверь, помоги им встать на этот путь евангельский, путь спасения. Тебе слава, честь, поклонение во веки веков. Аминь.
братья и сестры, наше служение подошло к концу. Мы немножко вроде как задержали, но если посмотреть по старому времени, еще только 11:30. Даже нету еще 25 минут. Так что 22. Так что, несмотря на то, что сегодня придется вам раньше ложиться спать, я думаю, что это небольшое переживание. Слава Богу за служение. У нас есть объявление, и я просил бы чуть-чуть еще наберитесь, пожалуйста, терпения. Постараемся не я постараюсь не задержать. Петр Яковлевич, пожалуйста, буквально минуту, пару слов он скажет. Это мы были там в прошлом году, ездили группой в Приднестровье, лагерь проводили. Мир вам, братья и сестры. Я думаю, что такое маленькое Приднестровье, наверное, не заслуживает того, чтобы задерживать служение. Но велик наш Бог, который заслуживает, чтобы мы Его поблагодарили. Я хочу поблагодарить Господа, поблагодарить Церковь за то, что благословили группу молодежи, которая провела для нас прекрасное время, для нашей молодежи, и вместе с тем неверующие были многие. И Бог благословил это общение, этот лагерь. Благодарен тем, кто принимал это участие, родителям, которые благословили детей. Также мое желание, чтобы вы продолжали молиться о нашем крае. Мы имеем очень большую нужду в том, чтобы Бог выслал служителей. 22 церкви, 10 групп, всего только 8 пастырей и 14 диаконов. В советское время было на всей территории Приднестровья 3 церкви. Бог благословил, но мы нуждаемся в том, чтобы Он выслал делателей на Ниву свою. Если кто-то желает потрудиться, мы рады видеть на месяц, на два, на три, и верю, что это будет благословением для вас и славой для нашего Бога. Божьих вам благословений! Слава Богу, и Богу благодарность, это не нам. Как-то Николай Александрович говорил, что благословение, когда у нас... В народе голос жениха и голос невесты. Сегодня есть и жених, и невеста. Угадаете, кто нет? Виктория Овчаренко, проходи, где ты есть? Вика Овчаренко, она невеста у нас. Уехала в Сакраменто учиться, и Бог благословил не только учебой, но встретила брата Олег Сачук. Он член церкви, украинской церкви, большая тоже церковь, 500, по-моему, членов у них. Мы вчера были и на сватовстве, и с Константином Леонидовичем были вдвоем вместе мы, и были на этом вечере, имели беседу, пожалуйста. Мы сегодня, ну давай, Олег, побыстрее. Это торжественный момент, но... Такие букеты должен будешь дарить чаще. Мы говорили вчера, и было согласие и их, и родителей, и вчерашний вечер был благословенный, поэтому мы объявляем их сегодня женихом и невестой, не мужем и женой, поэтому вам серьезное очень наставление. Сохраните чистоту, святость до брака, и пусть Господь благословит вас. Брак будет в Сакраменто, в Калифорнии, 16 мая, по-моему, да? Вот, мы помолимся. Давайте мы, вставшие, помолимся очень коротко о благословении их и подготовке к свадьбе. Господи, благодарим Тебя за этот праздник в нашей церкви, за радость, что мы видим жениха и невесту. И мы благодарим Тебя за Олега и Вику. Мы благодарим Тебя, что Ты пути их сводишь вместе. И мы просим Твоего благословения, Господи. Пошли свою милость и свое благословение на их дальнейший путь. Благослови подготовку к бракосочетанию. Бракосочетание благослови. Мы очень просим Тебя, чтобы они сохранили себя чистыми и могли начать свой семейный путь правильно, на Твоих основах, на Твоем благословении. Благослови их, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя, что Ты Бог наш. Ты тот, который отдал Своего Сына, чтобы мы могли быть детьми Твоими. И как мы счастливы, что мы знаем Тебя. Какая великая милость и благодать от Тебя, что мы можем быть детьми Твоими.
мы можем в этом мире уже иметь счастье и благословение от Тебя. Господи, благодарим Тебя за это служение, за много напоминаний, за много наставлений, которые Ты дал нам. Благослови, чтобы мы действительно могли всегда приходить к Тебе за помощью и помнить, что Ты тот, который готов помочь, чтобы мы могли приходить и взирать к Тебе, как когда-то ученики были с Тобою на горе. Господи, благослови, чтобы мы желали этого общения всегда. Господи, благослови, чтобы мы, идя за Тобою, могли правильно идти, знать, как идти и следовать за Тобою. Мы просим Тебя, чтобы Ты еще тех, кто не знает, что нужно идти за Тобою, чтобы Ты мог остановить, и они могли принять это решение. Господи, мы благодарим Тебя за благодарности, которые были зачитаны, и мы также обращаемся к Тебе об этих нуждах. Господи, услыши, благослови. Мы особо просим за эту нужду, за эту женщину, в которой мы не знаем, что в жизни происходит. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты послал ей освобождение. Мы просим Тебя, чтобы Ты остановил ее и послал ей знание о Тебе, чтобы она могла раскаяться и чтобы могла получить от Тебя свободу. Благослови ее, благослови ее семью. Господи, мы просим Тебя об этом освобождении и просим от Твоей милости для них. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда готов слышать наши нужды, и Ты отвечаешь, поэтому мы с дерзновением приходим и смелостью к тому престолу, от которого Ты подаешь благодать всегда. Услыши все нужды, которые были зачитаны. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех, кто находится в болезнях. Мы просим Тебя, Господи, в это время, в экономическое сложное время, мы просим Тебя, чтобы Ты услышал все нужды, кто нуждается в работах. Господи, пошли свою милость и свою благодать. Сейчас, когда мы поедем к нашим домам, будь с нами, храни нас в пути. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга.